күндү деген ана халкыбыз көктөм менен жасай жатса, көккө жайылган мүшкүлчүлүк курандарды ар бирдер. Несмотря на свой юный возраст, 10-летний Нейсхан знает все практически о животноводстве. К международной выставке «Экспо» ученик разработал свой бизнес-проект. По его задумке, предпринимателям нужно заняться разведением коз. Причем Нейсхан даже придумал, где и как нужно начать доходное дело. Идея мальчика показалась настолько интересной, что на школьной выставке всего за полчаса Нейсхан нашел спонсоров, которые готовы оказать финансовую помощь. У нас в Арысе можно разводить коз, а вы знаете, как полезно их молоко. В нем много питательных веществ и витаминов. Я предлагаю развивать этот бизнес, а когда я вырасту, я стану депутатом. Я вам это обещаю. Молодых участников с интересными идеями на выставке немало. Каждый представляет свой проект. Ребята предлагают идеи для развития сферы сельского хозяйства, градостроительства, экономики. Нужно отметить, что талантливых детей очень много здесь. Можно не только посмотреть интересные работы, но и попробовать экологически чистые продукты. Ахмед. А в этой стороне зала разместились мастера и мастерицы. Девочки вышивают, а мальчики лепят глиняные предметы. Сегодня мероприятие показывает не только учителя данной школы, но и со всех 15 районов. Вы здесь сами видите, здесь организованы выставки и будут показаны различные открытые уроки, которые связаны именно с тематикой Экспо, потому что тематика Экспо – это энергия будущего. Сразу после выставки экспертный совет провел для участников открытый урок. Занятие посвящено международной выставке «Экспо-2017». Лучшие проекты школьников и их авторы поедут этим летом в Астану. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Утрат».